Решение стать волонтером студент Алексей Митришкин принял 2 года назад. Все началось с похода на фан-зону футбольного стадиона, где пригодилась лишняя пара рук. Тема добровольчества с тех пор не отпускает молодого человека, и он всегда готов помочь жителям родного города. В копилке Алексея участие в нескольких крупных акциях. Например, совсем недавно он помогал на параде Победы. Сегодня вместе с друзьями решил внести вклад в экологию Самары и принять участие в акции «Вода России». Узнал я об этом вот буквально на днях, и как узнал, сразу решил в ней поучаствовать, узнать что-то новое. И с экологической темой я столкнулся в первый раз. Я считаю, убираться нужно всегда. Нужно следить за городом, нужно следить за собой. В рамках акции Алексей и 24 его соратника-волонтера решили очистить от мусора один из диких самарских пляжей. У жителей этот каменный берег пользуется популярностью. Здесь любят загорать и просто любоваться закатами вдалеке от суеты других городских мест проведения досуга. Правда, не всегда после таких посиделок отдыхающие горят желанием убрать за собой. Сегодня мы убираем береговую территорию реки Волги, непосредственно там, где заканчивается городской пляж, и люди приходят отдыхать и очень часто за собой, к сожалению, не убирают. Сегодня мы очищаем берег. Это является частью города, находится практически в центре, и как бы если ты уходишь с пляжа, то все равно должен лицезреть чистый берег и красоту нашей Волги. Необходимость подобных экологических инициатив отметил и глава Октябрьского района. На уборку берега он решил выйти вместе с молодежью. Я думаю, что мы должны заботиться о родном крае не только на каких-то официальных мероприятиях, но и небольшими делами тоже делать территорию лучше. К сожалению, не все люди за собой прибирают. Мы сегодня хотим собрать тот мусор, который остался от предыдущих отдыхающих, ну и который, в принципе, иногда там прибивает водой, поэтому сегодня с пакетами на берегу. Всероссийская акция «Вода России» проводится уже 7 лет подряд и каждый год расширяет географию участников. За время ее существования добровольцами стали свыше 6 миллионов человек из 85 регионов страны. Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.